Можно ехать? Как тебе? Я худею, Анжела. Что на этот раз? Кошмар. Вот и мне. Ты же у меня такая красавица, натуральная, все. Я тебя люблю. Я не могу на тебя с этими губами. Вот и я тогда не смогу на тебя смотреть. Вот я тебе просто проекцию показываю. Вот представляешь, как мне всегда пугаюсь вот этого вот. Губы. Миха. Да. Я полюбил тебя такой, какая ты есть. Не надо себе ничего увеличивать. Смотри, как это пугает. Если это тебя это пугает у тебя на мне... Это пугает на твоем лице, на моем будет красиво. То есть тебя это не смутило нифига, да? Ты все равно хочешь? Нет, на тебе это меня смутило. Я так не буду ходить. Вот так. Ты стопудово будешь вот так ходить. Я знаю, еще и глаза будешь вот так делать. Типа, посмотрите, я сделала губы. Господи, родной. Ну, это... Хочешь губы себе еще? Я хочу. Ты так встреться с пацанами своими. Это вообще-то было сделано только для тебя. Может, вы наконец-то не будете собираться после такого? Они скажут, то ногти красит, Женек, что-то с тобой не так, то губы. Мы не будем выкладывать это видео.